Всем привет, с вами Стив Про, и сегодня, друзья, я вам покажу текстурпак, который активирует скрытые блоки в Майнкрафте в Activision. Если быть честным, то данный текстурпак просто заменяет блоки, которые раньше были скрыты в Майнкрафте. Данный текстурпак, опять же, зарабатываю я, и это просто, друзья, одна версия, и сегодня вы увидите все текстуры, которые скрыты в Майнкрафте. Давайте начинать, и начнем мы, друзья, вот с такой довольно интересной текстуры, которая по идее используется в обучающей версии Майнкрафта. Название ее я, к сожалению, не знаю. Ладно, переходим дальше. Это у нас активированный обсидиан. Он как бы горит, но, друзья, ночью светиться он не будет, так как это обычная текстурочка. Командный блок также присутствует в файлах игры. И как видите, он совершенно ровный и отличается от текстур модов, что довольно классно. Опять же, такой же блок, похожий на этот, только имеет серый цвет. Также название его, к сожалению, я не знаю. Это, друзья, у нас реактор. А его можно добыть в Майнкрафте, но я решил его заменить. Это уже активированный реактор. Это уже испорченный реактор. Также все эти файлы хранятся в Майнкрафте. Что, друзья, переходим уже ко второй фазе этих блоков. Это у нас ограничитель, это такой барьер, друзья. Это тоже барьер, название его, к сожалению, я не знаю. Это текстурка барьера, это текстурка неизвестного барьера. Это, друзья, блок, показывающий, что у этого блока нет текстуры. Часто встречается в модах, когда вы удаляете его неправильно или оставляете мир с этой текстурочкой. Также, друзья, проигрыватель, который также есть в файлах Майнкрафта. Я заменил его на печь, поэтому у меня получилась вот такая трехмерная текстурочка. Ух ты, друзья, ух ты, ух ты. Вот это делать не надо. Ладно, давайте поставим его обратно, как все и было. Также поставим сюда травку, друзья. Все, отлично. Также здесь были добавлены вещи. К примеру, книга с пером, друзья. Большая доска, средняя доска, маленькая доска, альбом, ух ты, NPC, камера и фейерверк. Опять же, друзья, я все сломал. Не знаю, что творится с чувствительностью в этом Майнкрафте, но давайте все поставим на место. Так, ладно, друзья. Собственно, также, если вам неохота смотреть на эти стенды, вы можете залезть вот в этот сундучок и взять все, что вам необходимо, друзья. То есть все блоки присутствуют вот здесь. Совершенно все блоки. Поэтому, если вам что-то нужно взять, вы можете взять, подержать в руках, друзья, или куда-нибудь поставить. Поэтому, если вам, друзья, понравилась вот такая тема или данный текстурпак, то обязательно ставьте лайки и подписывайтесь на канал.